холле перинатального центра молодой папа Иван с букетом белых пионов, любимых цветов супруги, с нетерпением ожидает выписки жены с дочкой. Это первый ребенок в семье Кирсановых. Очень сложно вообще подобрать словами те эмоции, которые я сейчас испытываю, но у нас большая радость, потому что ребеночек долгожданный, вот, и мы очень счастливы. Девочка Вера родилась 2 июня. Рост малышки 52 сантиметра, вес 3 килограмма 190 граммов. С выбором имени определились сразу. Супруги организовали очень популярную сейчас гендерную вечеринку. Супруга работает радиоведущим, просили ее коллег, чтобы они составили нам плейлист. И каждая песня, она намекала на то, что это мальчик или девочка. И последняя песня, которую я заиграла, она уже, ну, говорит о том, что вот все-таки этот пол окончательный. И последняя песня была «Салют Вера». Для Видновского перинатального центра Вера стала юбилейным 55-тысячным ребенком, рожденным в стенах медицинского учреждения. Мы очень рады этому событию, потому что не так мы шли к нему долго-долго, потому что ежегодно у нас рождается более 6 тысяч детей, но сегодня вообще знаковая цифра, 55-тысячный ребенок, девочка родилась у нас. Мы очень все горды этим, что мамы с папой выбирают наш перинатальный центр. Мама новорожденной признается, что новость о том, что дочка родилась 55-тысячной, стала приятной неожиданностью. Узнали на следующий день после рождения, как-то это все сумбурно случилось. Мне прибежали специалисты и сказали, что вы знали? Я говорю, откуда? Как? Конечно, нет. И это большое счастье. Мне кажется, что это очень символично. И это очень красивое начало пути нашей доченьки. Молодым родителям вручили цветы и подарки от сотрудников Видновского перинатального центра. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.